всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня покажу топ-3 аккаунта ютуберов по стендов 2. Первый аккаунт это будет ютубер, который 100 тысяч подписчиков. Второй аккаунт это ютубер, который будет 2 миллиона подписчиков. И третий аккаунт это ютубер, который будет 4 миллиона подписчиков. Это будет полная попа, и это все аккаунт ютуберов по стендову. Вы с этих ютуберов знаете. Приду, ребятулечки, за эту долгожданную рубрику. Прожмите лайк обязательно. Подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Уважаемые, я ставлю дипромик. Без проблем. Короче, ребят, смотрите. Вы очень внимательно смотрите это видео без примоток от начала до конца. И я во всем этом видео прячу буковки. Вы эти буковки соединяете. У вас получается рабочий промик. Вы его активируете. И получаете халявную аркану. Ну что, ребята, а мы приступаем к видео. Ну и первый наш аккаунт, это будет аккаунт ютубера Скилл. Я скажу вам самое интересное. Все, что надо о нем знать. Первое, у него столько подписчиков. Второе, он трейдер. То, что будет в его аккаунте, это будет просто что с чем-то. Ну, помимо того, что он трейдер, он еще и киберспортсмен. Да ты шо? Парень на все руки хорошо играет. Дорогой аккаунт, девочки, налетаем. Давайте посмотрим, что у него по рангу. В четвертом сезоне в союзниках Savage Ranger, братанчик. В третьем сезоне у него тоже мастер. Ну, как мы видим, парень играет неплохо. Ну, где-то пока один на один, и сейчас его стрельнет. Что у него по общей статистике? 5000 часов онлайна, что? Да он целую бесконечность провел в стендофе. Посмотрите, он играет целыми ночами в стендофе. Смотрите, ночью играл. Он за 10 минут две катки играет. Почти, ну, посмотрите. Ой-ой-ой, братанчик, что ты плохо играешь. Смотрите, 0 на 6. Ха-ха, ну, блин, мы. Хэштег скилл ты нуб. Вот это он играет, а тут кого он отыграл? Тут он отыграл 3 на 8. Габелла нуб. Так, ну что, ребятки, переходим в клан. У него есть свой клан. Ну то есть, сами понимаете, ну серьезный парень. Ё-моё, я дарить колотить. Также у него очень много запросов в клан. Давайте вообще кого-то примем. Эксель Болт, разработчика, можно ты принять. Ха-ха-ха-ха. Так, ну а теперь мы посмотрим, что же ему там пишут в личное сообщение. Гона Алду на твой Кирголд, у меня есть Авик ТХ. Блин, ребят, давайте напишу. Ого. Давай поиграем без щитов. Ха-ха-ха-ха, щитов. Братан, ты чем в сосну уехал? Такие еще щиты. Ну а прямо сейчас мы приходим к самому интересному. Это, внимание, это инвентарь! Что? Мама дорогая, Киргол? У него есть Киргол, чего? У него есть АКРТХ? У него есть АВМТХ? Дядя, ты чё? Блин, ребята, верните мне обратно мои 100 подписчиков. Вы посмотрите, какой инвентарь. Вот это все примерно стоит, ну, не знаю, 1 000 000 000 голды, наверное. Обалдеть! Вот эта суточка, вот эта карта ХАС стоит примерно 30 000 голды. А в МТХ с новым брелком! Вау! Ребята, вы посмотрите на это красное пятно. Такое ощущение, что у девушки начались эти дни. Ха! Извиняюсь, извиняюсь. И опять эти 4 клейки БК! Да блин, ты надоел! Ты еще клеишь везде БК! Еще есть керамбит голд! Так, ребят, давайте считать, сколько примерно стоит. Примерно вот верхний ряд 100 000. Дальше тут стоит примерно 50 000. Это уже 150 000. Дальше тут стоит примерно 120 000. 150 плюс 120, 270 000. Я уже вижу инвентарь на 270 000. Эмочка Самара, я всегда мечтала такой! Братан, ты не против, если я себе ее подарю? Пока никто не видит, ребят, блин, так хочу себе эту Эмочку Самурай подарить. Вы даже не представляете. Так, пока что инвентарь на 270 000. У него тоже есть какой-то мастер. Так, 10 агр, это что такое вообще за скин? Я такой скин впервые вижу. Вы посмотрите, он охотник с наклейками. Посмотрите, он реально охотник с наклейками. Так, а где наклейка? А, блин, я ее даже не заметил. Посмотрите на эту наклеечку, он реально жесткий охотник с наклейками. Он вылавливает все самые крутые скины с наклейками. Посмотрите на MP45 Beast. Вау, вот это крутяк. Обрати внимание, у него также есть USPM-метр, который стоит 200 голдишки на секундочку. Дальше у него есть Desert Eagle Якудзе. Ну, не статрек, но тоже хэштег непоганенько. Ребят, его инвентарь примерно стоит 300 тысяч голды. Вот я так посмотрел, примерно 300 000. Но мы еще не дошли до наклеек. Может быть, даже дороже. АКР Некромансеры с 4 арканами. Вау! Братва, я закончил. Обалдеть, вот это да, вот это пушечка. Ну, я скажу так, вот этот G2 за Frost Farm уже кажется пылью в сравнении с теми скинами, которые мы видели. Я вам скажу только одно.
Хэштег непоганенько. АВМ спорт с двумя наклеечками. Дядь, ну ты прям вообще... Орется парень при бабках. Вот это у него арканы, дядя! Да ты что, ребята, вот это люди живут. Вот это люди живут. Ну что, листаем дальше в самый низ. Я вижу, у него очень много разных наклеек. У него есть USB Genesis. Вау, вот это имба! Вот это у него инвентарь. Так, его инвентарь уже стоит дороже 300, как голды. Чего? У тебя есть Desert Eagle Red Trend с 4 самураями. Это что, сумасшедший? Приклеил сюда 4 самурая. Вот это да, вот это я просто шока. Так, ребята, если еще вижу анкомонку с арканой. Анкомонка! Что, с Хэллоуин наклейкой? Чего-чего? Не, ребята, это какой-то рофл. Это просто какой-то рофл. Так, пошли комонки. Ну, хотя бы на комонках нет аркан. Дальше идут чармы. Ну, мне... О, сколько это стоит, сколько это стоит? Каждый из которых стоит по 400 голды, а у него их очень много. У него есть даже стикер Dragon. Братан, давай приклеим. Ха-ха. Прикол будет. Ну, ладно, ребят, приклеивать не будем, потому что если он узнает, он очень сильно обидится. У него стикер Самурай, стикер Шэдо Кицуны. Его инвентарь стоит 400 голды, я вам отвечаю. Минимум 400 голды уже. Вот это наклеечки. Но мне интересно, а есть ли у него Хэллоуин наклейки? Потому что у каждого уважающего себя трейдера должны быть Хэллоуин наклейки. Но, к сожалению, у скилла нету, ну инвентарь у него, ну прям вообще крутяк, дядя, ты шо? Мы сейчас применим одну штучечку, пока никто не видит. Ха-ха! Ну что, ребята, мы посмотрели этот нереально крутой, дорогой инвентарь. Давайте мы еще посмотрим на рыночек, запросы на продажу. Ого, Rebel Case продают по дешевке, ребят, смотрите, всего лишь что за 999 999. Поэтому кому надо, покупайте. Братан, ты че псих, ты че так дешево-то продаешь эти Rebel Case-ки? USP 50 за 50к? Он должен же даже без наклеек, ты че, дед, в сосну уехал? А какие у него запросы на покупку? У него запрос на тычки хармы за 9к голды. Братан, ну ты, конечно, вообще рафляный. Ну ладно, ребята, а мы переходим к аккаунту номер 2. Ну а следующий наш аккаунт, это аккаунт Абобина. Блин, ладно, ребят. На самом деле я хотел написать Абобину, но у него стрим, поэтому, ребята, вместо второго аккаунта будет мой аккаунт. Поэтому, пацаны, смотрим, не примат, вот у промик не получим у меня, поняли? Ну что, ребята, давайте я вам сейчас покажу мой аккаунт. А, так, ну что, ой-ой-ой, 36% побед, это что за ерунда, ребята, это какая-то ошибка, бах какой-то. О, лучший рандмастер, о, вот это на что я способен во втором сезоне вообще элита. Вы посмотрите, ребята, чем больше я играю, тем я хуже играю. Начинал с элиты, закончил вообще каким-то голдом. Что у нас по союзникам? Мастер лучший ранг! Кто тут папа? Я тут папа! И давайте посмотрим историю матчей. Ой, блин, хотя я вспомнил, как я играл. Нет, давайте уже ее смотреть. Тут, короче, софт попался, поэтому я тут слил. Ну, я тут слил, ну реально софт попался, потому почему тут я слил. Мой клан Маслята, легендарный клан. Легенда! Маслята, мужики. Когда вы слышите этот тех или видите его в игре, лучше ливайте. И давайте посмотрим, что же мне там пишет личное сообщение. Мне самому очень интересно посмотреть, что нам пишут. Пишут. Буква Ч. Так, а что это означает? Что это означает? Он, наверное, хотел написать «Ах ты!» И Ч. Мы. О, ну вы поняли. Привет, давай сыграем дуэль, твой подписчик. Давайте я напишу «Го». И не сыграем. Со. Блин, еще один тип, который пишет две буквы. Алло, вы надоели. О, один на один на Авик В2. Го. О, ну на Авик В2 может и сыграть-то, ребят, чё бы нет. Ой-ой-ой, вот она, ребята, вот она богатая жизнь. 60к голды на счету, хитбоксик. Слушай, а может откроем? Ну ладно, шучу. Я его экономлю для стримов, потом почины. Гифтбоксик мы экономим. Вы посмотрите на все эти ножички. Вы посмотрите на все эти малышечки. Я вот прям сейчас тут вижу 140к голды. И у меня даже есть один Хэллоуин Сигерпак. Вау, ребята, вот это инвентарь, я понимаю. Вот это Desert Eagle Якудзе мне подарил Нави тренер. Ну, ребята, реально неплохо, реально хэштег непоганенько. Ты что, вы посмотрите, 47 кило, ну как-то маловато. Ну еще будем тренироваться. Также у меня есть АВМ Treasure Hunter, который я купил за 70к. А он сейчас стоит 61! Это что за безобразие? Заскамили мамонта, ну то есть меня.
Ну, в принципе, ребята, инвентарь у меня, сказал бы, солидный. Ну, то есть, в принципе, у меня сколько? 1,5 миллиона подписчиков, да? Ну, неплохой инвентарь для ютубера, у которого 1,5 миллиона подписчиков. Также у меня есть очень много эмочек некромансера. Вы скажете, зачем? А знаете зачем? Потому что, ребята, эмочки некромансера — это как биткоины. Через год они будут стоить гораздо дороже. Слушай, а что они подешевели? Блин, я покупал по 500 голды, алло! Ребят, реально поверьте, через год они по-любому подорожают и будут стоить очень дорого. Поэтому я их купил реально много, наверное, 1040 голды, и я жду, чтобы они подорожали. Дальше вот пошли эпики, опять оригинальные коллекции. Вот и мой маленький USP Genesis. Я этот USP Genesis выиграл в дуэли. Я попу порвал, но я выиграл. Ну, правда, потом пришлось зашивать кое-что. Тут пошли рарочки, тут легендарочки. Ну, такой, ребят, дефолтик. Хэштег непоганенько. У меня было очень много дорогих наклеек, но я их реально просто взял и продал. И так подумал, зачем мне эти наклейки? Я буду покупать эмочки некромансеры. И поэтому, ребята, наклейки у меня реально самые-самые дешевые. Очень много разных граффити паков. При том, чтобы понимали, я ни разу в жизни ничего не закупал. Вот прям никогда. Ну что, ребята, переходим на рыночек. И история продаж. Вы посмотрите, брат мой, кто не знал, я трейдер. И посмотрите, за сколько я продаю вот этот фамазбил. Вот это я трейдер, да? Вот это за косарик продал, вот это тоже за косарик. Вот это тоже за косарик. Ну, ребят, ну вы посмотрите, да, трейдер! В принципе, на этом все. Переходим на аккаунт номер 3. Ну и третий, наш самый основной аккаунт ютубера, у которого целых 4 миллиона подписчиков, это аккаунт ТикТака. Вот тут, ребята, приберегите детей. Все начинается с блатного ID на 6.00000000. Уважаемый ТикТак, а ты нам расскажи, как ты этот ID-то получил, а? Потому что я тоже хочу. Ну ладно, смотрим дальше, что у нас по профилю. Процент побед 33%. В принципе, ТикТак играет точно так же, как и Кент ПК. У нас одинаковый процент побед. Изи-шпизи-брызи. Что у нас по союзникам? 0,78. Нури. Я бы его 1-1 стряхнул, но в принципе, как обычно. Зато у него очень большой онлайн. 3-400 часов онлайна. Ого-го. Хотя у меня 10к онлайна. Прикиньте, у меня 10 тысяч часов онлайна. Я вообще не знаю, у кого больше, чем у меня. Ну ладно, смотрим дальше. Что же у нас по... инвентарь еще рано. По личным сообщениям. Вот тут, ребята, посмотрите его. Каждую секунду кто-то приглашает в лобби. Просто... Насколько все плохо, что у него даже зависло личное сообщение. 5 minutes later. Какие-то грибы приглашают. Какой-то эльпенча приглашает. Эльпенча, брат. Давайте зайдем по приколу. Давайте прикол напишу. Ты пыль, братанчик. Ну, чтобы знал свое место. Тип, походу, был просто в шоке и даже ливнул с лобби. Ой-ой-ой. Так, один шарп-кейсик я открою. Ну, ТикТак, братья, он даже не против. Для любимого друга Кента ПК. Ёханый бабай, так, ТикТак. Пожалуйста, ты это смотреть не должен. Посмотрите, сколько у него ножей, сколько у него аркан, сколько у него перчаток. Давайте все внимательно смотреть. Ого, у него 6 тысяч предметов, чего? Дед, ты где сколько все заработал? Вы просто посмотрите, как же много у него пар перчаток. У него инвентарь реально стоит, наверное, 1 миллион голды, потому что у него как много всего. Так, ребята, кто посчитает, сколько у ТикТака ножей, получает отлично от меня небольшой приз в виде голдишки. Ну, почины, считаем и пишем в комментариях. Обалдеть! Тычки Хармони! Вау! Вау! Вот это имба, я их тоже хочу. Дайте мне тычки Хармони, пожи. Дальше, ребят, пошли дефолтные ножи, но это Скорпион, они стоят дешево. О, кунай уже более-менее, флип-найф, это вообще имба, вау. У него 3 керамбита голд? Что? 3 керамбита голд, вы что, на приколе? 3 керамбита голд? Дядя, еще есть M9 Bayonet Dragon Glaze? Дядь, ты вообще ненормальный. Дай мне хоть один кирголд, ну тебе еще жалко. Не будь жаден, говядиной, зеленый врез, поплавляйся, никто тебе не ест. Пожалуйста, братик, дай мне пожить керамбит и голд, мой любименький. Ребята, вы просто посмотрите, как же много у него всего этого. Обалдеть, ребята, сколько у него аркан. У него еще помимо всего этого есть АВМ Трежер Хантер. Вау, вот это да! Я, конечно, видел всякое, но чтоб такое, мне реально плохо. Эмочка самурай, у него есть эмочка самурай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, каждый из которых стоит по 3500 голды. ТикТак, да ты тупо миллионер!
Вот это живут ютуберы, да? У него есть даже Desert Eagle Yakuza, у него есть какой-то P354 Spirit с наклейкой легендаркой, вау! Куча G22 Nestов! Обалдеть, у него инвентарь! У него просто так лежит! Запыляется AWM Sport 2. Это вообще нормально? Просто лежит в интернете, и так про него, наверное, и забыл. Куча легендарок, куча эмочек, 100 треков, куча всего. Это реально самый дорогой аккаунт, который я когда-либо видел. Вы просто посмотрите на его AKR Sport. Это у типа лежит в интернете AKR Sport с дорогущими наклейками. Тик-так, ты чё, в сосну въехал? Откуда у него такие крутые, дорогие скины с другими наклейками? Дальше пошли эпики. Тут, ребят, ничего интересного нету. Самое интересное, долистать в самый низ. Посмотрите, как много у него этих М40 грибов. Тик-так, у меня такое ощущение, что ты просто обожаешь грибы. Ах ты, грибажуй-то маленький. Братан, если так сильно любишь грибы, вступай в клан Маслята. Так, ребята, дальше у нас пошли обычные рарки. Кстати, да, мы по-любому пролистали USP Genesis, потому что я помню, у Тик-така был USP Genesis, просто мы его пролистали. Как же много у него этих М40 грибов, как же много у него рарок, чтобы понимали, у него насколько много рарок, чтобы проще ничего с ними не делать, потому что, чтобы их все продать, надо, наверное, потратить недели две времени. Обалдеть, Тик-так, ты ненормальный. У него реально аккаунт стоит примерно 1 миллион голды, у него еще на счету 90к голды, чувак! Как же много у него этих анкомонок, комонок, зачем он их хотя бы покупал? Просто скажите, зачем Тик-так у эти анкомонки? Дальше, ребят, у нас идут чармы, наклеечки, стикер Дэйва, лишь которые на секундочку стоят 8500 голдишки. Стикеры Снот, которые стоят тоже 3600 голдишки. Вот это инвентарь! Дядя, ты ненормальный. Куча, ребят, этих хлын наклеек. Куча, вот прям куча, даже есть Дракулы. Ого-го. Вот это инвентарь. Вот это имба, куча графики, куча всего. Дядь, мы даже применим одну штучечку, а то ты слишком богатый. Ну, дядь, ну имей ты совесть. Кстати, ребята, знаете, что самое интересное? Я хочу посмотреть, а есть ли у Тик-така гифтбоксы? Но, к сожалению, гифтбоксов у него нету, потому что они должны быть в самом-самом верху. Гифтбоксов и Хэллоуин Сукерпака у Тик-така нету. Ну, давайте сдаем на рыночек. А так... Ого, они на рынке! Тик-так, ты чё? Обалдеть, вы посмотрите. Раз, два, три, пять, сколько это? 13, 18, 23, 28, 32, 37, 39. Хэллоуин стикерпаков на Тик-так, ты миллионер! Так, ребята, надо, так сказать, после видео один хлыстер пак слить себе. Ха-ха. Ну что же, мои уважаемые подписчики, на этом наше видео подходит к концу. Обязательно прожмите лайкусик, подпишитесь на мой канал. Обязательно подпишитесь, потому что, пацаны, смотрю, мало кто подписывается. На мой телеграмчик подпишитесь, там будут халявные промики. На мой инстаграмчик, там вся информация о моей жизни, каждый день что-то публикую. Все, братва, пока-пока.